Аграрии Башкортостана завершили посевную кампанию. Работами охватили более 2 миллионов гектаров, сообщил вице-премьер и глава Минсельхоза Республики Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в правительстве. Зерновые и зернобобовые культуры посадили на площади в 1 300 000 гектаров, из них 54% пришлось на пшеницу, 39% на ячмень. Лидерами по охвату площадей зерновыми культурами стали Хайбулинский, Баймакский, Стерлитамакский, Лишевский и Мелиузовский районы. Масличными культурами засеяли 470 тысяч гектаров. Это на 48% больше от первоначального плана. Сахарную свеклу посадили на 57 тысячах гектаров. На 7 тысяч больше от плана. Параллельно аграрии проводят работы по уходу за растениями, озимых, яровых культур и сахарной свеклы. Минеральное удобрение. В текущем году план стоит приобретение и внесение 228 тысяч тонн в физическом объеме. На сегодняшний день приобретено и вносится более 200 тысяч тонн, или почти 90% от плана. Также средства защиты растения имеются и применяются. За 5 месяцев года аграрии Башкортостана приобрели 898 единиц сельхозтехники на 4 300 000 000 рублей. Наибольший объем закупок отмечен в Чекмагушевском, Шаранском, Мелиузовском, Аургазинском районах. Стоимость посевной кампании в этом году составила 24 миллиарда рублей. Из них 12 миллиардов предоставили кредитные организации. На возмещение затрат аграриев на закупку удобрений, технику и так далее выделили 2,5 миллиарда рублей.